дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие гости канала! Сегодня мы будем с вами готовить волшебный напиток, лечебный зеленый коктейль. И для этого мы идем к нам в зеленую, в лесную зону собирать одуванчики, сныть. Итак, сегодня у нас груши, банан, салат, крапива, одуванчик и сныть. И сейчас мы будем с вами... Мы начинаем готовить свой прекрасный коктейль. Первое, что мы кладем, это, конечно, салат. Немножечко их порвем. Сныть. Очень полезное растение. Крапиву. Крапиву обязательно. Она в коктейле просто прекрасна. И листья одуванчика. Наши листья одуванчика, которые тоже будут присутствовать в нашем коктейле в обязательном порядке. Но, правда, в небольших количествах. Нальем немножко водички, как я уже говорила. Итак, будем готовить наш коктейль. Итак, мы уже смолотили. И теперь мы уже... Вот мы... Груши почистили. И сюда порежем их. Бананы. И вот я еще собрала красную смородину для... Вот, чтобы у нас был коктейль более кисленький. Мы продолжаем. Вот получился какой наш коктейль. Очень вкусный. Давайте попробуем. Благодаря бананам и грушам оттенки только остались. Я с вами прощаюсь. До следующих коктейлей.